В связи с недавними трагическими событиями в Одесской области, когда от наводнения пострадали сотни людей, в Одессе проходит акция «Помоги ближнему». Руководство общественного совета при Одесской областной государственной администрации обратилось с просьбой ко всем жителям Одессы оказать помощь землякам, пострадавшим в результате стихийного бедствия. Напомним, в результате сильных тропических ливней, прошедших в Одесской области, с 12 по 14 сентября были потоплены 399 жилых домов в 13 населенных пунктах Тарутинского, Болградского, Арцизского и Саратовского районов. По информации Одесской облгосадминистрации, общая сумма убытков Юго-Одесской области из-за наводнения составляет около 170 миллионов гривен. Из потопленных частных жилых домов временно отселены более сотни человек. В результате стихии разрушенными оказались 53 дома. Свыше 100 домов залило водой. Они находятся под угрозой обвала. Также стихия привела к гибели животных. Пострадало около 4000 птиц и 150 голов скота. Впереди холода, а многие жители районов остались без жилья, одежды и каких-либо средств к существованию. В рамках акции «Помоги ближнему» стартовал благотворительный марафон для помощи жителям 4 районов Одесской области, пострадавшим в результате наводнения. Общественность не должна оставаться в стороне. Мы должны быть совместно с людьми, должны посмотреть, какая материальная помощь будет выделена, как будут распределяться денежные средства, помощь. Одесситы уже оказывают всевозможную помощь. Горожане приносят теплые вещи. Предпринимателями выделен контейнер, который после заполнения будет отправлен пострадавшим. Кроме того, инициативу проявляют и другие области Украины. Отклик со вторника, уже достаточно большое количество различных общественных организаций, объединений. Звонили непосредственно с Николаевской уже области, передают вещи, вот мы сегодня встречаем вечером. Прием теплых вещей, одежды и денежных средств будет осуществляться по адресам. Улица Канатная, 83, кабинет номер 208, проспект Шевченко, 11, Национальный союз журналистов Украины и улица Гимназическая, 25, фонд помощи инвалидам имени Жукова. Также на экране вы видите реквизиты для перечисления материальной помощи. Назначение платежа. Благотворительный взнос пострадавшим от наводнения в ПГТ Березина Тарутинского района Одесской области. Не оставайтесь равнодушными к чужому горю. Елена Бачевская, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».